Героем можно сделать кого угодно. Вопрос, зачем и для чего. И он может быть и дворником, узбеком, может быть прекрасный герой, может спасать домашних животных, и не только, можно такую историю придумать. Вот сейчас у станка вот сколько этих плакатов всяких советских, прекрасных. Я вот сейчас вот снимаюсь в проекте «Чужая кровь» для Первого канала, я надеюсь или не надеюсь, но не важно. Так там постоянно, это там такая сага с 70-го года она идет, и там вот люди следят, чтобы там эти вот все атрибуты времени были. И я много, и вот там и на зоне герой мой оказывается, там уникальные плакаты, там с такими мотивациями, что, ну да, что время идет, работаешь лучше, срок тает лучше. Ну там все стихотворное сейчас, я дословно не вспомню, но агитация была на уровне государства. Ну и сейчас я думаю, что это происходит постеконечку, постепенно, но как-то социальные, промышленные вот эти вот наши профессии, плотник, столяр и монтажник, они есть, и от них нельзя отказываться, они будут всегда нужны. Все профессии хороши, как говорилось. Выбирай себе любую, да?